30 января 1533 года правители Мингрелии и Гурии в тайном сговоре совершили внезапную и тщательно подготовленную агрессию против Абхазии. Однако уже на второй день абхазские отряды, возглавляемые лидерами народного ополчения Цанба и Иналапа, смогли не только переломить ситуацию, но и окружить и взять в плен вражеское командование. 30 января 2004 года первый заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента Путина по вопросам урегулирования абхазского конфликта Валерий Лощинин заявил, что снятие экономических санкций, введенных против Республики Абхазия, создаст благоприятные условия для урегулирования конфликта. 30 января 2004 года парламент принял решение о разработке законопроекта об импичменте президента Абхазии. 30 января 2004 года Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии ООН по наблюдению в Абхазии и Грузии еще на 6 месяцев, до 31 июля 2004 года. 30 января 2008 года Партия экономического развития и Народная партия Абхазии договорились о сотрудничестве. 30 января 2013 года депутаты парламента Абхазии создали парламентскую комиссию для изучения ситуации в энергетической отрасли. 30 января 2014 года в Нальчике состоялся премьерный показ документального фильма «Последние рыцари 20 века», посвященного добровольцам из Кабардино-Балкарии, участникам Отечественной войны народа Абхазии. 30 января 1939 года родился Сергей Габния, заслуженный артист Абхазской и Грузинской ССР. Окончил Тбилисский театральный институт. В 1968 Габния стал актером Абхазского государственного драматического театра имени Чанба. Им сыграны на абхазской сцене следующие роли: «Странник» в песне Аскале Шинкуба, «Парамонов» в деле Сухого Кобылина, «Цыц» в «Царе Леоне I» Агрба, «Харзаман» 4 марта Аджинджела, «Канокия» в «Кёджинских перепалках» Гальдони и другие. Сергей Габния сыграл эпизодические роли в кинофильмах, созданных на Мосфильме, Ленфильме и Киевской киностудии имени Довженко. Сергей Габния – участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер Ордена Леона. 30 января 1965 года родилась Инна Хаджимба, поэт, журналист, член Союза писателей Абхазии. Выпускница МГУ имени Ломоносова по специальности журналистика. Работала на АГТРК с 1994 года. Вела авторские познавательные программы под рубриками «Дзеркуй», «Ащхацамия», «Ячаджа», «Анарха». В 1999 году вышел сборник ее стихов «Мрашара». В 2009 сборник стихов и миниатюр «Арасадзих». С 2003 года Инна Хаджимба является членом Союза писателей Абхазии, сотрудничает с редакциями газет «Абсадгил Абсны», «Эхо Абхазии» и другие.